Всем доброго времени суток. Хочу поделиться с вами гаджетом, увиденным мной по китайскому телевидению. В силу своей необразованности я не понимал, о чем идет речь, но реклама мне понравилась. Я решил найти эту вещь на китайской торговой платформе Taobao, так как в этот момент находился в Китае, что оказалось совсем нетрудно. Я не смотрел, но я думаю, на AliExpress эта полезная вещь тоже есть. Этот гаджет оказался монтажный пороховой пистолет. После небольшого маркетингового исследования я приобрел данный пистолет, что и рекомендую вам. Цена вопроса как недорогая для. Я считаю, что этот пистолет должен быть в каждом доме, так как с ним может справиться не только мужчина, но и женщина. И он настолько прост в обращении, что с ним может справиться даже ребенок. Но в избежании казусных и несчастных случаев это лучше не позволять делать. Вообще очень хорошо, что в 90-е не было такой приблуды, а всего лишь паяльник да утюг. Ну а теперь о самом монтаже при помощи этого пистолета. Как оказалось, их существует огромное количество разных моделей и из разного материала, начиная от бытовых в пластиковом корпусе и заканчивая профессиональных металлических, с возможностью удлинений с помощью насадок больше 3 метров. Возможности этого пистолета меня ошеломляют. Он работает как по бетону, кирпичу, а также и металлу. Профессиональные пистолеты могут пробивать до 12 мм металла. Не рекомендую использовать на легких материалах, как керамическая плитка, гипсокартон, ну и так далее. Вкладываем дюпель в пистолет, подносим к поверхности в намеченном месте и просто нажимаем, при этом не прилагая никаких усилий. Единственное, о чем не надо забывать, это о мерах предосторожности. Хотя и пистолет максимально рассчитан и защищен, предосторожности не помешают. Очки и перчатки должны быть одеты на вас. После того, как мы произвели так называемый выстрел дюпелем, нам необходимо передернуть так называемый затвор, как на помповом ружье, чтобы очистить от остатков пластиковой капсулы, который находился на дюпеле. Вообще, то, что касается дюпеля, разработчики позаботились о различных модификациях. Они есть как просто со шляпками круглыми, квадратными, также и с крючками, дюпеля с уголками и еще много разных модификаций. На самом пистолете на выходе есть специальная проточка для использования дюпелей различных модификаций. А теперь давайте быстренько посмотрим, из чего состоит эта шайтан-труба. Все легко откручивается и все очень легко разбирается. Гораздо проще, чем на уроке военной подготовки разобрать и собрать автомат Калашникова. В зависимости от комплектации, которую вы покупаете, в наборе могут идти запасные пружины и шплинты, которые при необходимости вы можете с легкостью заменить. С этим справится в течение 10 минут вполне неподготовленный человек. Но это вас коснется, если вы будете работать в промышленных масштабах. При использовании в домашних условиях я даже не могу представить, что надо сделать, чтобы это устройство вышло из строя. Повторюсь, для использования монтажного порохового пистолета не надо иметь специальных навыков. С этим справится любой человек. Используя в квартире или на даче, вам не нужна дрель, вам не нужен перфоратор, вам не нужно иметь кучу сопутствующих вещей для того, чтобы что-то прибить, что-то закрепить. А самое главное, вам не нужно электричество. Вам нужно только монтажно-пороховой пистолет и дюпеля. И вы не убьете на эту работу целый день. У вас останется время на себя любимого, на родных и близких. Мне очень приятно, что я с вами поделился для себя сделанным открытием. Надеюсь, эта информация была для вас полезна о монтажных пороховых пистолетах. Берегите себя, берегите своих близких, не забывайте использовать средства защиты. Пишем комменты, не забываем ставить лайки. Всем спасибо, удачи, увидимся.